Давайте распакуем стабилизатор, посмотрим, что внутри, какая комплектация. Итак, здесь есть отрыв, который мы вот так вот открываем. Вуаля! Коробочка открыта. Переворачиваем и смотрим, как же она открывается. Оп. Вот такая вот коробочка. Отодвигаем и вуаля. Что нас здесь встречает? Инструкция. О, коробочка. Что же в ней? В ней ничего. Отлаживаем. Там сам стабилизатор. Отлаживаем его в стороночку пока. Что у нас еще? Вот в этой коробочке у нас аксессуары. Давайте посмотрим, какие аксессуары у нас есть. Гель есть. Площадка. Винтики, что еще? Кабель, оп-оп. Трипод и еще один кабель. И больше ничего. Отлаживаем все это в стороночку. Винтики, видите? Давайте поближе посмотрим. Вот такая вот площадка металлическая. Отлаживаем. Трипод. Вот такой вот он небольшой. Такой грубый пластик. Ну вот такой вот. Твердый, крепкий. Что у нас тут за инструкция? Руководство по технике безопасности и как нам работать. Вот такая вот большая инструкция по сборке стабилизатора. Так, отлаживаем коробочку. В ней больше ничего нет. И приступаем к самому стабилизатору. Как тут его запаковали. Просто так не открыть. И вот он. Вот такой вот имеет выгляд. Небольшой. Хват удобный. Для моей небольшой руки очень удобно. Вот такая вот комплектация. Вот такой вот стабилизатор.